Всем привет, мои дорогие! Мы с мужем вышли погулять. Сегодня замечательная погода. Вчера лунное затмение меня просто выводило из себя, но я успокаивалась. И в итоге я получила приз. Приз. Моя компания подарила мне 10 монеток. Они стоят сейчас около 400 евро, 10 монеток. Это airdrop во всех крипто компаниях и вообще, кто имеет свою валюту, бывают такие бесплатные подарки, так как у меня есть NFT, особенная такая. Ну, может, вам это не понять, но для меня это было просто супер. И вчера я тоже получила сертификат по курсу NeuroColor. Сегодня буду переходить к следующему этапу, мои дорогие. С утра я вот собралась выйти погулять, и в итоге 5 часов, 4 часа вышло. Замечательный день, хорошие новости, сюрпризы необычные, какие-то дела, о которых вообще забыла, люди, которых я не помнила, меня вдруг сегодня вспомнили, и полезные люди. Так что наконец-то я вылезла из дома, можно сказать, выползла. Сказала Ашкаму, я не хочу велосипеды, давай просто погуляем, чтобы я показала своим зрителям, как идет подготовка нашей набережной. Вот я смотрю, что видите, там идет уже подготовка. И дракон, и вертолет, ну вот рыбка, все поблизости покажу. Скоро у нас 12-го начнется фестиваль, естественно, мне будет не до этого. Ну все, пошли мы. Я даже очки не взяла. Специально, потому что через полчаса уже начинается темнеть. Не до очков, мои дорогие. Устала. Сегодня мозг. Мозг устал. Вот такая вот рыбка. Покажу вам сбоку. Близко не разрешают подходить. Вот. Эта фигурка уже готова. Как на Новый год все красиво. Видите, с гирляндами. Там все не лежат. Турция. Блестит. Видите? Дельфины. Какая красивая башня. А там вот еще будка. Как интересно, правда? Читашка. Вот. Самолеты. Неден были. У нас 1-2 самолета пролетит, как будто что-то происходит в жизни страшное. Все трясется внутри, потому что редко бывает такое. Мы не привыкли к самолетам, а вот здесь идет флажки развешивают. Друзья мои, смотрите, вон там парк открыли, потом я вам покажу. Муж говорит, вчера не гуляли, и здесь ничего не было. А сегодня вот уже как все, видите, вертолет впереди. Покажу вам. Мезитли Беледиеси. Здесь горка. Мелисон. Как здесь будет классно, знаете? Очень классно. Все-все это будет в цитрусах. Лимоны хорошие. Потом эти все цитрусы раздадут людям. Люди сами разберут. Не успеете оглянуться. Мы выпили кофе с мужем. И вот расставляют уже такие вот зонтики. Здесь будет ярмарка в скором. Он директен, если бара он директен. Neyse baba ben kaçıyorum ben. Tamam abi.
Как вы думаете, успеют к фестивалю? Столько еще у них много фигур ненаполненных, незаполненных. Идет активная подготовка. Потом будет парад. Почему они на машинах? Потому что будет такой небольшой парад. Всем привет, мои дорогие. Доброе утро. Готовлю завтрак. Сама не знаю, что готовлю. Но что-то хочу приготовить новенькое. На сливочном масле. Жарю вот эту вермишель. Сейчас ее посолю. Добавлю сыр и, может, вобью одно яйцо. Решила что-то сегодня придумать. Покажу результат. Здесь у меня яйца варятся. Вот, чай уже заварен. Ну, приятного аппетита нам. Будем экспериментировать. Сливочное масло только. Сейчас буду водой заливать. Вроде бы вот так должно получиться. Как должно получиться, я не знаю, мои дорогие. Я добавила туда плавленый сыр. Плавленый, то есть кошар вот этот натерла. И убила одно яйцо. Вот такой сыр-кошар. Посмотрим, что получится. Я решила его назвать «Осиное гнездо». На гнездо не похоже. Почему осиное, не знаю. Фантазия моя расширяется, добавила куриный рулет, чтобы повкуснее. А Шим говорит, ты что колдуешь на кухне? Добрый вечер, мои дорогие друзья! Посмотрите, какая красивая луна. Она стала уже убывать. Я вижу. Вот вам, может, не видно, а я вижу. Чем я занимаюсь, я покажу. Мой муж ушел с друзьями. По четвергам у них так всегда бывает встреча. Он пропустил 2 недели. Пошел в ресторан на ужин. Оторваться. Вот, мои дорогие. А я чем занималась, сейчас покажу. Уже не помню, говорила вам или нет, но я закончила курс нейроколор, получила сертификат, сдала тест. Сейчас перешла к нейрокомпозиции. Вы знаете, что не требует, но я люблю все конспектировать. Рисовать каждое слово, поэтому у меня урок, если он 15-20 минут, у меня полчаса 40, потому что я все фиксирую. Да, мои дорогие, что-то голоса у меня нет, не знаю я почему. Ну, я побежала одеваться, готовиться на зумбу, а дальше продолжу после зумбы. Кстати, сегодня я в некоторых комнатах постелила ковер, потому что я очень замерзла. Приготовила сегодня такой вкусный ужин. А мой муж отказался. Соскучилась я по фасоли. Пережарила отдельно болгарский, баклажан, картошку даже пожарила. Все смешала. Очень вкусно получилось. Он попробовал, говорит, не пойду кушать кебаб. Ну, кто откажется от кебаба? Кстати, мусорщик принес. Ой, пришел, надо пакетик положить. Ну все, друзья мои, я побежала. Вот я собралась, уже утеплилась, потому что прохладненько стало. У нас такой уютный здесь дворик, можно посидеть и подождать, пока начнется занятие. Там балетная школа, вон ждут деток, родители. После зумбы я поговорила со своей семьей. У меня мама простудилась, внуки. И час разговаривали мы по телефону, и я села за мой рисунок. Вот это рисунок нашего инструктора.
Вот такой рисунок получился у меня. Но также я и уже использую знания по нейроколору. Тема: мой ежемесячный доход более такой-то суммы. Ну какой? Пусть будет это для вас секретом. Сижу отключенная, потому что, наверное, часа два ночи. А тут еще второй алгоритм такой. Это алгоритм 8 треугольников. Видите? Треугольники вот эти. Рефлексия была очень такая повышенная. Вот сейчас заканчиваю. И буду спать. Второй уже я не осилю сегодня. Потому что завтра... Ой, извините, с девочками йога. И потом продолжу тему. Так вот, мои дорогие, мой муж пришел в хорошем настроении, в хорошем состоянии. Так что он там сидит, смотрит и ждет, пока я освобожусь, видите, телевизор. И сейчас я напишу еще слова. Это за 2 минуты. У меня первая 46 вышла. Сейчас нужно закончить рисунок и все. А также я готовлю ее на супервизию, поэтому записываю все свои ощущения. Это очень большая работа, не только рисовать. Поэтому к этой нейрографике всегда пишется тема. Тема и слова пишутся. Первое время это было мне так неприятно, раздражало все. Но это нужно делать, потому что это научно обоснованный метод. И это рисование со смыслом. Так что вот, мои дорогие, рекомендую вам. Знакомьтесь, если вы хотите научиться и не знаете, с чего начинать. Напишите мне, пожалуйста, в личное сообщение, в личку. Можете найти меня в Инстаграме, можете меня найти в Фейсбуке, в Одноклассниках. Можете мне на почту написать. Много очень путей, где можно найти меня. А где все эти ссылки, они находятся внизу под видео, под каждым. Так что вот, все, я буду сейчас заканчивать. И спокойной ночи. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, не забудь нажать на колокольчик и поделиться моим каналом с вашими друзьями и близкими. Всех вас люблю и ценю. С вами Светлана Ата.